Вот так, друзья, выглядит мой голубой можжевельник, который я ращу деревом уже второй год. Он как бы отделяет у меня огород от такой хвойной клумбы. И я хочу придать ему более такую четкую форму, более структурированную, чтобы оголить нижние веточки и сделать их более такими заметными. Вот эту старую хвою я буду убирать, срезать. Лишние веточки, возможно, тоже, чтобы оголить вот эти ветки. Да? Весь процесс не буду показывать, но вы поняли, что я буду делать. Да? Вот так он выглядит сейчас. И сейчас покажу, как он будет выглядеть, мой можжевельник или можжевеловое дерево голубое после вот такой чистки. Ну вот, закончились наши парикмахерские дела. Вот столько веток я настригла, как посчитала, их лишними. Попробую их укоренить. Как-то же я укоренила его лет 5 тому назад. Надо вспоминать. Ну и что у меня получилось? Давайте посмотрим. Вот приобрело такую форму дерева. Я оголила ствол и оголила от хвои вот здесь вот эти веточки. Больше пока вверху ничего оголять не буду. Посмотрю, как будет смотреться. В принципе, если мне не понравится, хотя мне нравится результат, буду смотреть дальше, как с ним поступать, с этим несуразным деревцем. Мне такие деревца несуразные, в принципе, очень и очень даже нравятся.